Сегодня ушла из жизни заслуженная артистка Чувашской республики Ольга Почалкина. Она играла в театре юного зрителя. В мае этого года актрисе исполнился 41 год. Одна из самых ярких актрис нашей республики родилась в деревне Балабаш-Нурусово Батыревского района. Вся ее жизнь неразрывно была связана с театром. Роль Маши Балагуевой в спектакле «Эй, ты, здравствуй» была первой работой актрисы и сразу раскрыла ее большие творческие возможности. Высокая требовательность к себе и постоянный творческий поиск выдвинули Ольгу Почалкину в число ведущих мастеров сцены. С появлением Ольги в труппе «Тюза» возродилась редкое в детских театрах на сегодня актерское амплуа – травести. Детские роли в исполнении актрис. Юным и взрослым зрителям полюбился ее образ Золушки из одноименной сказки, малыша из постановки «Малыш и Карлсон», Пети из «Когда поют светофоры». Но одной из самых ярких работ актрисы в этом амплуа – мальчик Олеж из спектакля «Горе с запахом ромашки». Именно за него Ольга Почалкина получила лучшую женскую роль на республиканском конкурсе театрального искусства «Узорчатый занавес». За 20 сезонов талантливой актрисы было создано около 60 ролей в спектаклях классического, современного и национального репертуара. Последней работой актрисы стала роль Зои в спектакле «Покажите мне весну». Ольга Почалкина ушла на 42-м году жизни после тяжелой болезни, вопреки которой до последнего выходила к зрителям и с неизменным успехом играла свои роли. Прощание с актрисой состоится завтра, 29 сентября в 14:00 по адресу Гражданская, 19.